Людмила Андреевна. С новосельем. Спасибо большое. Мечты сбываются, уверена Людмила Силкова. Жительница деревни Якуши вместе с мужем приехала в Тюмень за люстры. Но то, что покупка в торговом комплексе «Орион» станет судьбоносной и подарит супругам однокомнатную квартиру, они и думать не могли. Я была в таком недоумении. Я думала, неужели это все происходит со мной? Закупаться, наверное, будем все-таки в торговом центре «Орион». И как скоро? Я даже вот прям... В течение 2 недель, думаю, за 2 недели мы все осуществим. Торговый центр «Орион» – это всегда выгодно и всегда удача. «Орион» – один из самых крупных торговых комплексов для обустройства дома и отдыха в Тюмени. В нем более 100 магазинов, популярных российских и зарубежных брендов и первый в регионе гипермаркет международной сети «Декатлон». Здесь есть все для обустройства квартиры на любой вкус и кошелек. Мебель для спален, кухонь и залов, отделочная керамическая плитка, сантехника, свет и многое другое. Широкий ассортимент и привлек Людмилу Силкову. Заветный купон она получила в магазине «Мир света». Акция «Квартира в награду» проходила с 28 апреля по 27 августа. Для участия необходимо было совершить покупку на сумму от 10 тысяч рублей и зарегистрировать купон на стойке информации. Всего было зарегистрировано 3427 купонов. Торговый комплекс «Орион» от всей души поздравляет победителя с новосельем и благодарит всех участников за интерес, проявленный к комплексу и к магазинам арендаторов. По традиции люстру Людмила Андреевна выберет в торговом комплексе «Орион», где и дальше будут проходить интересные акции.